Рыбка. Рыба написано, жареная рыба. С чесночным соусом. Какая-то птица, сейчас почитаю. Жареная качка. Такой не написали. Жареный граф вместо дак. Это итальянские макароны. Десертики. Это вот игрушка, гуава называется. Похоже внешне на грушу, но вкус совсем другой. Десерты, 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 десерты. Ну и там куриный консоме. Супчик. Бульон. Луковый сок французский. Не буду открывать. Рис с грибами. Алло. Говядина. Yes. Картошечка, запеканка. Овощи в уксусе печеные. О, вот это класс. Зеленые бобы с сосисками. Круто. Вот это не знаю что. Угу. И вареные овощи. Вареная курица. И пареный рис. Окей, thanks. Тоже такие овощные блюда, закуски. Соусы. Как это куриные, я забыл, как называется. Вот самый классный здесь. О, суши опять. Да, вчера креветки были. Сегодня суши. Самый классный где-то здесь должен быть такой оранжевый соус. Он как сырный со специями. Я его каждый день ем, вообще бомба. Не знаю, как правильно называется, но мне он очень зашел. Вот эти тоже рулетики. Какие-то интересные буду пробовать. Жена вот эту любит пасту. С маслин. Сейчас народ еще не потянулся. По чуть-чуть приходят. Угу. А. Сейчас тут еще лепешки, наверное, будет обычно лепешки делать. Тут чай, кофе. Там кола, бар, алкоголь и напитки.